5 утра, ты вон в 5. Умыться решил. Монтаж. Бюджетные организации в маленьких городах довольно рано заканчивают работать, и, по-моему, нет. И на улице еще светло, поэтому что? Поэтому вот. А поэтому я успею съездить на карьер, посмотреть, что там показать вам, и вообще, может быть, что-нибудь еще интересное будет, но не факт. Вот в интернете указано конкретное место с конкретной точкой. И меня туда сейчас не пустили, потому что сказали, что сейчас пока это профтуризм. Ну, или, видать, экскурсионная история. Поэтому один туда нельзя попасть, нельзя проехать на велике. Но просто отъехав чуть в сторону, можно увидеть примерно вот это. И вот это то место, которое я бы советовал всем посетить лично, потому что ни одна камера ничего это не передаст, это просто какая-то неимоверного размера яма с вот такими маленькими, издалека кажущимися техникой. Я даже не знаю, это нельзя сказать, что это какие-то... Все, я слова забыл. На самом деле, пока поднимешься в эти горки, все слова позабываешь. Это не экскаваторы, это что-то большее. Мне кажется, что в ковши экскаватора, который здесь есть, влезет просто обычный экскаватор. Поэтому, ну, стоит посмотреть, поехать посмотреть, это очень круто выглядит. Впечатляющая махина, прям впечатляющая. Все крайне удобно. Ну что поделаешь, велосипед просто прокатный, поэтому что делать, как-то надо сохранить, хотя бы на завтра. Короче, я сегодня проехал всего ничего, всего 32 километра, но на прокатном велике. И я бы хотел всех предостеречь о том, что не надо сразу куда-то ехать на прокатном велике. Возьмите прокатный велик, вкатитесь, ну хоть немножко. И только лучше даже на следующий день езжайте и попробуйте. Короче, я офигел сегодня. Он вроде обслуженный, он вроде там крутится педали, все нормально, скорость переключается, но нет, он не едет. У него нет наката, у него плохо там накачаны шины. Когда я это понял, это было уже далеко от города. Короче, я жутко устал, но
Зато я посмотрел прекрасное место Карьер, которое, я думаю, что вы уже видели. И самое важное, что не надо быть самоуверенными говнюками, как сегодня был я. Возьмите велик в прокат, вкатитесь день, а потом куда-то езжайте. Просто покатайтесь по городу, не надо далеко куда-то ехать.